amallarimizni. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Добрый вечер, уважаемые гости. Эреф топ. Ахр болады, имит кет. Аурабаке саболи, вы не меняетесь. Зимой и летом одним светом. Ты бархал с заке. Костик басы, с геоман козда астасы. Очень рад, честное слово, очень рад, если бы мне не сказали. Если бы я действительно не сел бы самолет и не прилетел бы, я бы подумал, что эта свадьба сейчас происходит где-то в Самарканде или в Каршах, или Шахрисабз, крайний случай китов. Потому что все как бы, ну, песни, как мы сидим, как отдыхаем, как Дастархан, как Олинг-Олинг, Абрам Талмасов поет, Дойра Челавут, Барай Плекустеймасов, как всегда, бьют, насколько хватает сил. Так что специально, ну, как у нас говорят, карз. Карз – это долг, да? Долг. Я был должен сегодня появиться здесь, потому что с Рубеном, с этой семьей и с его куда очень близких отношениях, поэтому без аке кевасек бумаст вуган, бу карз аке. Карз у дуния адаям суралады, куда асласын. Hali ko'p yashaymiz-ku, Xudo xolasa, shuning uchun bugun astoydir niyat qiluvdik. Mana я сегодня только прилетел. Вот, ну уже в аэропорту не верят, что я узбек, что я мусульманин. Они говорят, он уже к себе на родину летит. Через каждую неделю я уже почти здесь появляюсь. Но молодоженам счастья и здоровья. Бени, келнимиз исимлари и Элеонид, я правильно сказал? Элеонид, будьте счастливы, здоровья, счастья, всех благ. Попросим Всевышнего, чтобы было много-много детей. Ну, у нас, по крайней мере, так. У нас всегда было много детей, на этот счет мы всегда мастера делать детей. Но я что хочу сказать. Как мы сюда появляемся, сразу спрашивают, как у вас там, как Узбекистан. Будьте спокойны, все нормально. Узбекистан живет, процветает, как всегда. Ташкент на месте. Все, ну, как всегда. Ну, конечно, было несчастье, было. Энди трик джамбыз хаммамыз. Өткенләрне Худа рахматсын. У нас была огромная потеря, но жизнь продолжается. Энди Мен узбекче, русче гаприяппан. Немагаки, кимдир узбектерни жудеям сагынган. Меня попросили, говорят, чуть-чуть поговорите по-узбекски, мы хотим послушать узбекскую речь. Поэтому не обижайтесь, если я буду переходить на узбекский, на русский. Вот так. Но мне, в принципе, все равно. И английский, и узбекский, и русский. Трикчилик у нас говорят. Вот. Поэтому, когда я работаю по всему земному шару, поэтому надо знать эти все языки. Ну, узбек тілі, она тіліміз, Худога шүкір. Берді отыргенлені көпчілігі шу, узбекчеям гап ештейлік, абытаке дып қолышты. Чүнешін икі ағыз узбекчеям гапыр еппі. Енді той дегенлерсе, по-русски это говорят свадьба. По-узбекски говорят той. Той деген сөз өзі той. Яни қарнийні тойғыз деген сөзден кеп шыққан. То есть той переводе на иврит я не могу, на русский той, это называется куши. Той. Узину, узин, тойгыз. Куши, дегены шо. Вот видите, это я сегодня удивился. Я с Рубеном говорю, Рубен, уже как бы свадьба прошла. Он говорит, это пятая свадьба уже, как бы пятая серия одной и той же свадьбы, да? Так понял. Пятая серия. Вы здесь неплохо устроились вообще. Если одну свадьбу вы делаете пять раз, ну, где-то около Эмира Бухарского вы находитесь, да? Нет, в Узбекистане то же самое, как бы у нас вот свадьба никах мы называем, вот Тойлар Мубарек. Как сегодня все было, так и происходит до сих пор. До сих пор Тойлар Мубарек поют. До сих пор жених, мужчина, невеста, женщина, это у нас одинаково. Я в Америке вообще офигел, у них там уже все поменялось. Мужчина на мужчине женится, Худо асрасын.
У нас этого пока нет. А я понял, почему в Америке мужчины женятся на мужчинах. У них красивых женщин нету. У них другого выхода просто нету. Я 2 месяца тому назад месяц ходил по Америке. В 8 штатах давал концерт. Вот извините, пожалуйста, ни одной красивой женщины я не увидел. Я тоже мужчина, хоть мне 1.5 метра, но я как бы... Да, вкус неплохой. Я потом понял, я сказал, теперь я понял, почему вы женитесь на мужчинах. Потому что женщины красивые. Не дай бог, конечно, куда возрастут. Инда, вот я сколько раз это говорил, я не устаю повторять. Это как бы у нас по-узбекски говорят «супрокохты». То есть «супрокохты», то есть после того, как основная свадьба произошла, собираются самые близкие, зовем артистов, и вот так сидим, кушаем, отдыхаем, как бы по-узбекски говорят «супрокохты». Сегодня вот такая свадьба. У меня друг Игорь Христенко, который приезжал тоже в Израиль, как раз на этой сцене, по-моему, работали. Нет, здесь мы с Кареном работали. В Рамле давали концерт, в Тель-Авиве. В общем, нашей группе «Кривое зеркало» летом я появился там, Игорь мне говорит, обид. Я говорю, да, Игорь, что случилось? Он говорит, блин, ну я не буду по микрофону говорить то, что... Ну, вы знаете, русские, каждое слово мат-перемат. Он там какие-то слова сказал, он сказал, блин, я чуть не умер. Я сказал, Игорь, что случилось? Он говорит, обид, я дочку выдал замуж. Я говорю, что так серьезно? Они сразу развелись. Он говорит, ты что, тьфу-тьфу, почему развелись? Живут нормально. Я говорю, почему ты чуть не умер? Он говорит, ты не представляешь, 48 гостей. Я бесплатно, говорит, угощал 48 гостей. Я говорю, Игорь, успокойся. 48 гостей, ты считаешь, что это свадьба? Он говорит, а что? Я говорю, я тоже дочку выдал замуж. И что? Я говорю, нормально. Я сделал 250 килограмма плова. Он говорит, сколько? Я говорю, 250. Еще не хватило. И я 1500 человек угощал бесплатно. Он говорит, вы что, узбеки, с ума сошли? Почему ты один должен бесплатно угощать 1500 человек? Я говорю, потому что до этого 1500 человек меня угощали. Я теперь сдачи даю. Но это обычай, традиция, это нельзя поменять. Поэтому вот как сегодня собрались гости в этом прекрасном ресторане, мне действительно этот ресторан очень нравится. Сколько раз я бываю в Израиле, всегда вот приятный. Алиге узбекская, конечно, шу ресторанны баракасы бар. Бір нәрсесі бар, шерді адам яйрап отырады, мазақылады. Көз теймесін шу ресторанны очкан инсанларын. Топкені халалыге бұйырсын илайым. Но я еще раз хочу поздравить жениха и невесту. Ну, вы знаете, традиции меняются. У нас тоже сейчас в Узбекистане уже свадьбы происходят только в ресторанах, к сожалению. Я говорю, к сожалению, почему? Потому что я женился в Хаулыда. У меня была свадьба во дворе. Вот. 25 лет уже произошло, как я женился. Оказывается, эта жена считает, она у меня бухгалтер. Она мне говорит, оба такая. Я говорю, да. Вы знаете, у нас, ну, вы знаете, «окя» – это как бы знак уважения. «Оба такя». Я говорю, да. Она говорит, «25 лет бопты твоим мозге». 25 лет с того дня, как мы поженились. Я говорю, да, ну и чё? Она говорит, как ну и чё? Это дата, 25, 25. Надо это как бы отметить. «Зарежьте барана», она говорит. Я говорю, «джаным, асалым». Баран здесь ни при чем. Надо зарезать твою тетю. Это она нас познакомила, к сожалению. Рубин, чончейка улажь, ага. Я сегодня бесплатно приехал. Джон, ага, вот. Ялтермейк, ману. Рахмат, рахмат. Ну, обычай, традиция вообще. Неплохой обычай, честно говоря. Нет, ну в России я столько работаю. Вот русские сволочи ни копейки вот так не делают. Почему так? А у нас все-таки Восток еще сохранилось, видите как. Приятно все-таки. Но я... Я обмаген, рахмат. Рахмат и колон. Сох мошет, саламат мошет. Thank you very much. Подараба. Еще как можно объяснить это?
Я к чему это все говорю? Вот сохранилось вот это все. И дай Бог, чтобы постоянно это сохранялось. У нас сейчас чуть-чуть поменялось. Я сегодня рад, что мужчин много вообще у вас, в Израиле еще все не поменялось. У нас почему-то на свадьбах мужчины стали редко появляться. Я когда бы тойда был в Ташкенте, да? Недавно была очень большая свадьба в Ташкенте, я там работал. Вы удивитесь, если я скажу, 450 гостей. Это небольшое, это хороший ресторан. 450 гостей. 450 мехман, 2 дона эркек. 2 дона. Двое мужчин, понимаете? 2 дона эркек. Битас кьёв, битас ман. Сабабы бар мы сабабы? Сабабы бар. Мужчины что-то не хотят вот вечером сидеть вот так. Они говорят, а, нам хватает утреннего плова. Вечером пускай женщины отдыхают. Вообще, женщины, вы постепенно наступаете. Вы это чувствуете? Везде женский пол. У нас в Узбекистане уже вот нету такой свадьбы, чтобы женщины не присутствовали. Раньше была такая свадьба, суннатуя. Ну, грубо говоря, это обрезание. Там женщин не было. Сейчас и там они. Вообще я удивляюсь, вот Америку меня зовут, мы едем там работаем, мои же в Америке делают свадьбу, сына женит. Но извините, пожалуйста, невесту привозят с Узбекистана, как контейнер. Худа рахмат акаджан, умри забасын, забулей. Он хороший человек, я его просто хорошо знаю. Артсли тараблярем бар костеймасын, рахмат. Уртау, видеочеля, вот я хочу вас попросить, вот это не снимайте, пожалуйста. Не портите международные отношения, я вас очень прошу. Если даже вот это будете смеять, вы пленку обратно крутите, чтобы деньги отсюда туда пошли. А это хорошо. Ну, кто его знает, Акаджан, все-таки денежные вопросы. Я к чему это говорю, только не обижайтесь, в Америке был конкурс невесты. Вообще невестки вот здесь сидят, Костыгмасы, наши. Я говорю, наши, вы все наши, вы никуда не денетесь. Вы будьте хоть в Африке, хоть в Израиле, вы наши. Все традиции, обычаи, песни. Ну, я это говорю почему. В Америке был конкурс невесток. 55 государств привезли самых лучших, Рахмат. Выбирали самых лучших невесток нашли. Привезли призовой фонд $30,000. И вот, значит, последний вопрос. В финале остались три невестки. Это невестка с Америки, невестка с Японии, невестка с Узбекистана. И вот последний вопрос, кто правильно ответит. $30,000 фонд. Это невестка, Рахмат, забирает. Вопрос, как вам, невесткам, живется в ваших странах? И первый этот вопрос начала отвечать, конечно же, невестка из Америки, потому что доллар там печатает, она хозяйка. Она сказала так, я живу в Нью-Йорке, мой муж миллиардер. Месяц тому назад я вышла замуж, сразу после свадьбы я мужу сказала, Джон, я не буду заниматься домашними делами, потому что я тебе жена, а не прислуга. После этих слов я не видела своего мужа Джона целых 4 дня. Я думала, Джон обиделся и ушел. Рахматика. Нет, оказывается, он не обиделся. Он через 4 дня домой привел темнокожую домоработницу. Сейчас все домашние дела делает она. Я ни черта не делаю. Вот так живет невестка в Америке. Да здравствует Америка. Аплодисменты. После... Нет, аплодисменты не надо. Аплодисменты были там. Она не стоит аплодисментов, такая некрасивая американская невестка. После этого начала выступать невестка с Японии. Ну, Японию вы знаете, самый высокий человек Японии – это я. А там выше меня нету. Мне только глаза другие, а так я тоже под японца гожусь. Вот выходит невестка из Японии, она говорит так. Я живу в Токио, моего мужа зовут Хокусиро-сан. Месяца тому назад я вышла замуж, сразу после свадьбы я сказала мужу Хокусиро-сан, я не буду заниматься домашними делами, потому что я тебе жена, а не прислуга.
После этих слов, как я сказала, я не буду делать домашние дела, я не видела своего мужа Хокусиро-сана целых 17 дней. Я думала, он обиделся, ушел. Нет, на 18-й день он домой привез роботомашину. Сейчас все домашние дела делает вот эта роботомашина. Я ни черта не делаю. Вот так живет невестка в Японию. Да здравствует Япония! Аплодисменты пошли. Последнее слово дали нашей невестке. Она где-то там сидит в углу. Она говорит, давайте, Узбекистан, welcome, welcome, давайте говорите. Она говорит, йо, манга, пармима. What, what? Манга, я не буду говорить. Почему? Ну, муж может услышать, может не понравится. Он же не в Америке, ваш муж в Узбекистане, а это Нью-Йорк. Сейчас у нас ночь, а у вас там в Узбекистане еще утро не наступило. Давайте говорите. Нет, все-таки я не буду говорить, так будет спокойнее. Вам деньги не нужны? Не нужны, сколько? 30 тысяч долларов. И, а, кана? Куда говорить? Сюда, да? Я буду говорить. Эркей заты кырлып ёбусын. Переведите, что вы сказали? Чтоб все мужчины на земле сдохли. Что вы так говорите? Я санам учер овазины. Хезалек. Я ахзиннан конин кесын алкаш, ухажор. Пьес, чувар, ней, буин, лахатта чурусы. Киимлерину козулеге битте-битте асып, горковлеге пульберин, етте билан тоққызы битте қалып, кирвиделеринде мазарларинге барып, егермады. Стоп! Вы сейчас поете рэп, мы не можем перевести. Это не рэп, это я мужа ругаю. Я хочу сказать, что во всем мире жизнь одинаковая. И Америка, и Япония, и Узбекистан. Мы все дышим одним воздухом, живем одинаково. Я месяц тому назад вышла замуж. У нас центр город Ташкент, это столица. Я вышла в Ташкенте замуж. Мой муж электрик, сварщик, чтобы его током убило. Я хочу сказать, что жизнь сейчас везде одинакова. У нас тоже айфоны есть, у нас тоже телевидение, все есть. Вот я тоже месяц тому назад вышла замуж за этого алкаша. Сразу после свадьбы я сказала, Абдрахим ака, ман уй ишларны кимейман. То есть, Абдрахим ака, я не буду заниматься домашними делами. Потому что я вам жена, а не прислуга. Хизматкор масман, я сказала. И что потом? Ну что потом, все одинаково. Как я сказала, я не буду заниматься домашними делами. Я не видела своего мужа Абдрахим ака целых 9 дней. Что потом? А что потом? На 10-й день левый глаз стал постепенно видеть. Потом правый глаз тоже открылся. А сейчас уже глаза хорошо видят, я живу нормально. Да здравствует Мустакал Узбекистан, она сказала, и пошли аплодисменты. После этих слов, как она сказала, она получила 30 тысяч долларов честно, потому что она все рассказала честно. Может, это немного грубо, но Восток – дело тонкое. Мы так и живем. Нет, мы не обижаем женщин. Айолларымыз яна хапы болишмасын. Мы вас очень любим, очень сильно уважаем. Я недавно был в Москве. Ну, у нас периодически я летаю, записываюсь или концерты даю, приезжаю обратно. По телевизору выступает Владимир Владимирович Путин, президент России. Он примерно сказал так. Уважаемые россияне, я хочу очень поздравить вас всех, потому что в России повысилась рождаемость. Путину понравилось, что в России повысилась рождаемость. Рядом со мной сидел народный артист России Евгений Вагач Петросян, который, кстати, и приезжал несколько раз в Израиль. Евгений Вагач обрадовался старику 71 год. Он прямо встал, начал танцевать и говорит, а ведь видишь, у нас в России рождаемость повысилась. Я говорю, успокойтесь, Евгений Вагач. Я не хочу вас обижать. У вас в России повысилась рождаемость, потому что мы, узбеки, здесь появились.
А это же я на полном серьезе говорю. Потому что, ну как, с одной стороны, у нас это как бы в крови, мы восточные люди. Болели и базар. Без детей мы не можем жить нигде. Ни в Москве, ни в Ташкенте, ни в Израиле. А с другой стороны, Россия же платит. Путин обещает, за второго ребенка российское государство платит 300 тысяч рублей. Это, если перевести на доллары, 5 тысяч баксов. Женщины, это нормальные деньги. 5 тысяч долларов за одного ребенка, вы что? Я говорю, если в Узбекистане за одного ребенка дадут 5 тысяч, вы что? Я кемперлер барады роддомге. Старушки пойдут рожать, конечно, 5 тысяч баксов. Но с другой стороны, у нас, говорят, кормаганны корганы курсын. И говорят, алдиндан аккан суны кадрио. Это такие пословицы, когда в России детей не хватает, они рады, что ребенок родился. У нас в Узбекистане наоборот. У нас мужчины стали немножко борзеть. Почему? Родила 4 дочек, торт-то кызбоса эркекшины жахлычкан. Родила 4 дочек, муж говорит, ажырашамыз, развод. Намага, почему? 4 дочки. И чё? Ну как это чё? 4 дочки, наследника нету. Если я умру, кто будет нести? То вот кто? Я говорю, как кто? Махалле на что? Соседи, 500 человек сидят, курят, когда кто умрет. А с другой стороны, если она даже родила 5 мальчиков, все равно он говорит, ажырашамыз, развод. Если я умру, кто будет плакать? Моя мама всегда говорила по-узбекски «обед». Мне говорила «обед хапабума». У нас есть такая странная пословица. «Угул бала баламас, бала болып малабас». Это грубо перевести, от пацана толка нету, она говорила. Я всегда удивлялся, что за пословица. «Угул бала баламас, бала болып малабас». Но, когда был в Америке, я понял, оказывается, от пацана толка меньше, чем от дочери. Почему? 3 часа ночи, Нью-Йорк, я сижу в Квинсе, в гостинице, звоню в Ташкент, берет трубку моя дочка. Я говорю, где окей, брат где? Пацан взял, говорит, алло, ассаламу алейкум, ада. Ада – это папа. Я говорю, а, оглом, как дела? Как дома, как Ташкент? Все нормально. Он говорит, папа, ты где? Как где? В Нью-Йорке. Дорогой, я сейчас сижу в гостинице, у нас 3 часа ночи. Утром пойду в магазин, шоппинг-моппинг. Днем сядем в самолет и обратно в Ташкент. Слушай, что тебе надо купить? У меня 3 дочки, 1 пацан. 20 лет пацану. Он говорит, а да? Ну, папа. Я говорю, да. iPhone S6, 64 гигабайт. Я говорю, все, дальше. iPod, iPad, планшет. Все, стоп. Хватит. Он уже заказал где-то на 5 тысяч долларов. Я говорю, трубку дай сестренке. Дочка младшая взяла трубку. Я говорю, ассаль, кызым, джоаным, кызым. Халейса, как дела? Все нормально? В Узбекистане, в Ташкенте, все. Да, Япыр, говори, что тебе надо подарок? Что тебе привезти? Вот женщины меня наверняка поймут, мужчины поймут, не поймут, я не знаю. Но это серьезно, я клянусь, святая земля, врать не буду. Дочка сказала 3 фразы, я заплакал. Она сказала, Ададжон, папа, мне ничего не надо. Лишь бы ты здоровым прилетел домой и зашел к нам. Лишь бы здоровым пришел домой. Мне ничего не надо. Я заплакал. Дочка говорит, ничего не надо. А пацан, сволочь, рядом стоит, орет. Папа! Я говорю, а? Если даже ты не приедешь, передай айфон через кого-нибудь. Вы представляете? Это значит, если даже самолет утонет в Атлантическом океане, главное, чтобы телефон вернулся. Папы уже не надо. Оказывается, моя покойная мама правильно говорила. Угол боле болемас, боле болеб молемас. Оказывается, толк все равно от дочки. Ну, так устроен мир. Так устроен мир. Значит, сын больше волнуется о матери, а дочка, оказывается, больше волнуется об отцах. Ну, чтобы наши дети росли все в мирном, здоровом небе. Я мог бы еще долго говорить, но здесь работает прекрасный певец,
Мы его действительно до сих пор любим и уважаем, хоть он мало приезжает в Узбекистан. Абрама Талмасова знает весь мир, в том числе и в Узбекистане, его очень уважают. Я что хочу сказать, недавно, кажется, Юлдуз вот Усманова приезжала. Ну, мы так периодически приезжаем, уезжаем, у нас как бы работа. Но, с другой стороны, есть такое, вот есть профессионал. Я не хочу так восхвалять, это честно. Вот Юлдуз Усманова профессионал своего дела. Абрам Талмасов профессионал своего дела. Ну, есть сейчас, конечно, в Израиле я точно не знаю, но в Узбекистане очень много таких псевдопевцов, которые случайно попали в искусство. Не профессионалы, но они тоже котируются, работают. Есть такой узбекский притча, такая история. В лесу жил, волк. Лес – это тоже такой же жизнь, как у нас. Лев – это падишах, царь зверей, хозяин леса. Лиса – там аферистка. Бора – волк, кассоп, мясник. Представляете? И певцы там двое было, оказывается. Один певец – это Бульбуль Соловей, другой певец – это Перепелка, Бедона. И вот кассоп, мясник, волк утром собирается на работу, только уходит, и где-то вдруг слышит Перепелка, Бедона поет. А этот же волк, он знает толк в мясе. Он говорит, сейчас ее тоже поймаю. Сегодня на обед будет готово. Он говорит, Бедона, ты хорошо поешь, у тебя хороший голос. Я мясник, кассоп, я работаю в тяжелом труде, поэтому плохо слышу. Я очень хотел, чтобы ты где-то рядом спела свою песню. Перепелка подошла поближе, волк как бы слушает, она поет. Он говорит, подойди еще ближе, я плохо слышу. Она еще ближе подошла, волк ее поймает, говорит, рахмат и калон. Остальное будешь петь в животе. Но Перепелка тоже не дура. Она говорит, вы такой противник искусства. Волк говорит, как? Я перед тем, как стать мясником, даже хотел стать артистом. Я тоже пел. Перепелка говорит, вы до сих пор поете? Он говорит, я могу и спеть. А как? Но, говорит волк, у нас голос, знаешь, какой сильный. Мы же старые артисты. Если я закричу, у меня перепонки в ушах могут порваться. Надо уши закрыть. Вот я тебе сейчас покажу. Он оставил перепелку, двумя передними лапами закрыл две уши, начал петь. Перепелка села на дерево. Тогда волк сказал, тьфу, был нормальным мясником. Зачем надо было подаваться в артисты? Поэтому каждый в этом мире должен заниматься своим делом. Я еще раз хочу поздравить жениха и невесту. Еще раз хочу поздравить нашего друга Рубена, его жену и его семью. Мне очень приятно находиться в этом зале. Дай Бог счастья, мира и здоровья этой святой земле, также нашей, вообще всей земле на этом белом свете. И чтобы в следующем году, худа холоса, Рубенжонны набиралярны тойдаем болелик, чтобы были внуки и бармицами все здесь собрались. Рахмат и калон. Я передаю микрофон нашему ведущему. Мархамат Акажон.